Депутаты Тверской городской думы продолжают оказывать поддержку образовательным учреждениям областной столицы. На эти цели выделяются средства из депутатского фонда. Их можно потратить, например, на ремонт и закупку необходимого оборудования. Сегодня наша съемочная группа побывала в одной из таких школ и узнала, на что были потрачены деньги. Депутат Тверской городской думы Сергей Аксенов на протяжении нескольких лет оказывает поддержку 40-й школе Твери. В частности, это касается помощи по укреплению материально-технической базы учебного заведения. За последние годы здесь была проделана большая работа. Заменены все окна, капитально отремонтирована канализация и водоснабжение. Проведены работы по улучшению электроснабжения в коридорах. Кроме того, в учреждении была положена плитка вместо старого линолеума, которая делает школу более уютной и современной. В настоящее время мы планируем отремонтировать школьную мастерскую для мальчиков, потому что предмет технология сейчас выходит на новый уровень, и закупить новые станки для того, чтобы наши мальчики умели работать руками. При решении любой проблемы в школе необходимо выслушать мнение учителей и пожелания учеников, рассказывает депутат Сергей Аксенов. Так как на сегодняшний день важно создать комфортные условия для получения знаний. В школе должно быть тепло и уютно. За последние, пожалуй, 7 лет 40-я школа, она превратилась в такой настоящий центр социальной, культурной жизни, спортивной жизни микрорайона. Я думаю, что эту тенденцию мы будем поддерживать, развивать. Поэтому в ближайшее время нужно заменить кровлю. Деньги на разработку проектно-сметной документации уже выделены из депутатского миллиона. А в планах ремонт входа в школу и замена электроламп в коридорах и классах.